Пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы, Виктор все-таки вышел на олимпийский ковер. В первой схватке Виктор встретился с действующим чемпионом Азии Сандипом Тамаром из Индии. Лебедев уверенно начал турнир, выиграв у своего соперника со счетом 7-3. В следующем круге ему противостоял чемпион мира 2013 года из Ирана Хасан Рахими. Счет личных встреч борцов перед схваткой был 2-2. Однако в этот раз удача была на стороне его соперника. Лебедев, толком не тренируясь в последние месяцы, потратив невосполнимое количество нервной энергии на суды с антидопинговыми инстанциями и в конце концов одержав победу, рассчитывать на оптимальные кондиции не мог по определению.